Не менее важное событие для школы будущего состоялось в субботу 29 мая. Современное учебное заведение ждет новых учеников. Именно с этой целью был проведен уже 2 мая день открытых дверей. Желающих связать будущее своих детей с Международной академической школой Одесса растет. Они узнают из телевизионных новостей, социальных сетей, по отзывам родителей нынешних учеников. Просторные, оборудованные всем необходимым классы, спортивный комплекс, два бассейна, школьное кафе. Гости образовательного комплекса получили возможность узнать, как работает такой сложный, но уже отлаженный механизм. На все вопросы посетителей Дня открытых дверей ответили преподаватели и основатель школы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Более подробно в сюжете моих коллег. Качественное образование – одна из ступенек на пути к успеху. Поэтому современные родители стремятся найти для своих детей лучшие учебные заведения. Международная академическая школа «Одесса» – уникальный учебный комплекс, который стал первым построенным с нуля образовательным учреждением за долгие годы в нашей стране. Основатель и президент школы, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов познакомил будущих учеников и их родителей с главными особенностями школы будущего, а также поделился впечатлениями об итогах первого учебного года. День открытых дверей – это событие для всего коллектива Международной академической школы и, конечно, для тех, кто в дальнейшем планирует учиться у нас. Мы готовы и покажем все. Знаете, это очень важно, чтобы дети шли в школу с удовольствием, чтобы им хотелось идти в школу, чтобы они скучали за школой. Вот нужно создать, и мы создали все то, что их будет привлекать. Вот все то, что касается развития ребенка, все у нас есть. Хорошая инфраструктура, и вы видите. Визитной карточкой нашей школы является бассейн, вернее, два бассейна. Киноконцертный зал, мы его практически завершили уже, это будет на 1000 мест. Общее собрание можно со всей школой проходить. И будут работать кружки. Творческие кружки. Мы очень рады, что интерес к нашей школе не угасает, а наоборот, людей приходит все больше, деток приводят тоже все больше, и это уже старшие классы, и родители очень интересуются и жалеют, что у нас, например, мы не набираем 9-10, но мы им объясняем, что мы хотим вырастить своих, что нам интересно работать сейчас начальная и средняя школа, чтобы в старшей школе мы уже вырастили своих учеников, достойных участников различных там конкурсов, олимпиад. То есть мы хотим показывать наши знания, то, чего мы научились и чего мы достигли. Прошедший учебный год принес школе множество успехов и достижений. Ученики Международной академической школы «Одесса» стали призерами спортивных состязаний и художественных конкурсов. Все благодаря инновационному подходу к развитию учеников. С первого класса дети обучаются искусству игры в шахматы, осваивают несколько иностранных языков, учатся плавать и духовно обогащаются на уроках христианской этики. Всякий раз, когда начинается этот предмет, дети с особой радостью и желанием желают слышать о Боге. Мы изучали основы христианских истин, основы культуры, основы поведения в храме, определенные молитвы, праздники. И это очень нравится детям. Не только в аудиториях и классах, а практические занятия проходили непосредственно в самом храме, где каждый ученик мог воочию увидеть тот или иной образ, пощупать на ощупь, как выглядит священническое облачение. Обалденная школа. Я, в принципе, не удивлена, потому что я знаю, что Сергей Васильевич всегда заботится о детях, о студентах, о школьниках. Я сама его выпускница юридической академии. Я помню свои впечатления, когда я первый раз в юридическую академию зашла, я просто обалдела, я в нее сразу влюбилась. И когда я туда поступила, все годы обучения – это непередаваемое наслаждение, удовольствие и качество образования, конечно, несравнимо ни с одним вузом. Я придерживалась воспитания детей своих, у меня трое детей, воспитания детей придерживалась православия и постулатов Библии. И хотела бы, конечно, очень, чтобы мой ребенок тут учился, потому что это очень важно, чтобы не отходить от наших от нашей истории, от наших ценностей и прививать детям с рождения не американскую культуру и не зарубежные ценности, а те, которые были у нас изначально, с наших истоков и нашего рода.
Помимо качественного образования и разнообразия в школьном расписании, важен критерий безопасности. Чтобы пребывание ребенка в школе было максимально комфортным, Международная академическая школа Одесса предусмотрела все необходимые условия, в том числе и для детей с особыми потребностями. Оборудованная парковка, подъездные пандусы, лифты и особая пропускная система, которая позволит получать образование без границ. Какие преподаватели, какой уровень знаний, спорту большое внимание, питание большое внимание, также для деток медицина, ну все на высшем уровне. 260 видеокамер, большое внимание очень безопасности, так что мы за своих детей нечего переживать, за внуков мы будем спокойные. Специальная программа даже на телефоне устанавливается, и родители будут видеть, когда ребенок зашел в школу и в котором часу он вышел. В общем, всегда под контролем. У нас мальчик, и шахматы, и плавание нам очень нравится, что будет это все здесь на месте, что можно будет его привезти утром и забрать вечером. Сказали, что автобусы будут ходить, будут возить, потому что мы живем аж около Пересипи. Потенциальных учеников с теплом встречали преподаватели школы будущего. Благодаря прогрессивному коллективу, их знаниям и опыту работы с детьми школа обеспечена высокими стандартами образования. Ну, самое важное – это все-таки коллектив. Вот мы смогли собрать здесь, у нас, в нашей школе, лучших учителей. Мы создали специальные условия для этого. Как правило, это молодые учителя у нас. Есть и те, которые имеют хороший опыт, но в основном это молодые, и они сразу усваивают. Мы старались подобрать учителей по такому критерию, чтобы они любили детей в первую очередь. Очень быстро пролетел этот год, абсолютно незаметно. Вроде только пришел мой первый класс, мы только отпраздновали линейку 1 сентября, и тут они уже уходят, уже будущие второклашки. И на самом деле я вижу их восхищенный взгляд и понимаю, что работаем мы не зря, что наша работа, что это школа. Она влюбляет в себя наших учеников, это дает большой результат, и хочется работать, это вдохновляет, хочется двигаться дальше. Работать на благо школы на самом деле и продвигаться, развивать, видеть новых учеников, новых учителей и дружить все вместе. Обычную разминку на уроках физкультуры здесь разнообразили плаванием. Для этого есть все необходимые условия. Два бассейна, в которых постоянно поддерживается температура воды согласно международным стандартам, и специальная очистительная машина, которая безопасно работает даже во время занятий. Уроки плавания в Международной академической школе Одесса проводятся для детей с любым уровнем подготовки. Мы в морском городе, наши дети должны лучше всех плавать. Это одно. А второе – это здоровье. В такой воде, чистой воде из скважины, купаться тут можно часами. Вот градусник впереди меня как раз находится. Температура воды, она всегда одинаковая. Вот здесь в малом бассейне 31, а здесь 28-29. И мы поддерживаем всегда именно это. Бассейн привлекает всех. Я вижу, что здесь занимаются школьники с других районов приезжают, школьники из других школ приезжают и занимаются бассейном. Бассейн открыт, пожалуйста, приходите и занимайтесь. Это все связано с учебным процессом. Занятие в бассейне является обязательной дисциплиной для нашей школы, как в первом классе, так и в восьмом классе. Я бы хотела тут заниматься в плавании. Все дети бассейн видят и в восторге. Конечно, столовая, интерактивные доски, форма в первую очередь, потому что это очень дисциплинирует. Большое внимание в школе уделяется изучению языков. В программу обучения включены не только украинский, русский и английский, а также французский, немецкий и китайский язык. Ученики учебного заведения уже демонстрируют свои навыки владения несколькими языками. И это всего за год обучения в школе. С начала следующего учебного семестра дети смогут начать осваивать испанский язык. Діти з задоволенням пішли на канікули, до речі, з гарними оцінками, з гарними враженнями. І ті діти, які ще самі за школою, є табір літній, де вони відпочивають, їздять на екскурсію. Тут чудове кафе шкільне, де вони харчуються, і батьки приїжджають, і діти, і дідусі, і бабусі. І ця школа така стала як сімейна вже, дуже атмосферна, затишна, приємна. І, звичайно, діти тут особливі, теж виховані, розумні і гарно навчаються. І ми дуже, вчителі, задоволені дітьми.
Летний лагерь в Международной академической школе Одесса начнет работу уже с 31 мая. Детей ждет множество спортивных программ, мастер-классов, походы, пикники с родителями и классными руководителями, а также экскурсионные программы. Для тех, кто только готовится поступать в школу будущего, совсем скоро проведут тестирование. Желающих учиться в учебном заведении более чем достаточно, что не может не радовать. Для первоклассников мы проводим собеседование. Это все-таки детки маленькие. Тут хочется просто поговорить с ними, узнать, а их вообще увидеть, а есть ли у них желание в школу, хотят ли они идти. А вот детки уже со 2 по 8 класс, они проходят у нас тестирование. Ничего такого сложного. Это программа, которую они усвоили за предыдущий класс. Но мы должны понимать, с кем мы имеем дело, каков уровень детей, что нам надо, может быть, со своей стороны добавить. Познание – неотъемлемая часть жизни каждого. Мы развиваемся, идем вперед, взрослеем. Со школьной скамьи закладываются основы личности, характера, отношения к миру и окружающим. Международная академическая школа «Одесса» имеет массу достоинств, но лучше прийти и убедиться в ее преимуществах на собственном опыте.